Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы будем продолжать проходить игру Medal of Honor Airborne. Сегодня у нас на повестке вторая миссия. Давайте Avalanche. Сложный сержант. Давайте начнем. Брифинг у нас. Gentlemen, I am as surprised to be here as you are. We were not intended to support the invasion of Italy, but after steamrolling inland, it would look like an easy victory. General Clark's men have been subjected to fierce counterattacks and are taking heavy losses. The Germans withdrew their supply lines all along the Amalfi coast, forming staging areas to support surprise counterattacks. The largest of them is located here, near the Pestum Archaeological Project outside Salerno. The Germans are dug in and well protected among the ruins. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communication center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munition stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okay, dismissed. В общем, наша задача здесь состоит в том, чтобы уничтожить две какие-то цистерны с топливом, склад боеприпасов и завалить все, что двигается. А все, что еще двигается, добить, чтобы не двигалось. Ну ладно. Так, вооружение у нас. Томпсон. Гарант. Кашка. Так. Здесь что ли МПшку? Давайте МПшку возьмем, у нас прокачана уже. Так, винтовка у нас уже есть. Спрингфилд. И личная кольт. Ладно, погнали. Покажите мне человека, способного спрыгнуть с парашютом, и вы покажете мне бойца. Генерал Джеймс М. Гэвин. Так, шоу. И опять начинается все с самолета, который обстреливают. Типа, ты что на меня развалился, мудак? Отстрелили, хрен с тобой. Надо отправить на тот свет. Что за визг, бля, как в раздевалке? Погнали, мужики. Чё-то небрежная посадка у нас вышла. Ну ладно, хрен с ним. Так, у нас тут где-то миссия поблизости есть. Так. Сдохни ты уже, мудак. Да что же так умирать-то? Не ходите. Это что за нафиг такой? Сколько же вас надо всадить потом, чтобы вы сдохли? Что, сдохли наверняка? Твою мать. Еще и гранатами награждают. Твою бабушку.
О, птичка как раз скрыли меня прям. Так, сэкономим. Так, одна бочка есть. Да сколько что надо садить? Да взрывайся ты уже. Есть. Так, боеприпасиков бы. Винтовки всякие. Так. Блин, столько завалил говнюков. И боеприпасов никто не оставил. Так, пойдем у нас чуть этаж. А тут так весело. Да блин, сколько же у него стоит, чтобы он сдох. Так. Завалить еще оставшееся все, что здесь двигается. Да-да. Чё-то поздно звук издаёшь. Минируем. И валим к ебеням отсюда. Иначе наша жопа взлетит вместе с этим складом. Да. Так, теперь куда? Сюда? На вечеринку? Аптечки есть, патронов нету. Ну пока Томпсон есть, а надо... А, дробовичок. Твою же маму.
Ладно. Что-то мы, походу, залезли куда-то. Ну, вылези. Не хочешь? Блять, у него что, снаряды выстрел, что ли, мне? Привет. Столько аптечек дали. Ну, чтоб столько патронов давали. А вот еще патрончики. Ну, это для винтовки. У нас тут висели. Все. Радости это сколько. Сколько там аптечек. Нет бы патроны дали. Все, сдох. Так, у нас дробаш. Чувак, давай, давай, давай. А, ну она засунула, ладно. Так. Теперь как раз таки нужны аптечки. Не, пойду-ка я сгоняю за аптекой. Где-то валялось. И тут где-то валялись еще аптечки были. А тут патроны, а не аптечки. Одни винтовки, блин. Мужики, я иду к вам.
единственный выстрел. Спасибо за аптечку, мужик. Где тут еще один был? Теперь реально придется за аптечками сбегать. Блин, ну что ты... Рискую, блин, влезу прям на рожон. За стеночкой. Так. Где тут еще? Так, еще где-то трое наверху. И хабы, хабы. Так. Американо. А вот и где. Твою же нефть. Так. Ух, ё. Это откуда же тут? Ух ты. Так, минус один. Где-то еще один должен быть. А, вот и где. Да блин, отойди ты, мудак. Да сколько ж у вас патрон-то? Точнее, гранат. О! Ну ладно.
Да, так у нас патронов не хватит. Надо сначала разобраться вот с теми, кто наверху. Так, здесь мы все зачистили. Ладно. Так. Где еще? Твою мать. Ну блин. Ладно, хрен с вами. Так. Так. Томпсон. Так, что ты там наверху забыл сделать? А, вон. Что-то по мне тут ошмаляет, не пойму кто. У них что, где-то снайпер, что ли, не пойму? О, патрончики. Ну, уйди своей жопой здесь. Как можно было с таким косым автоматом воевать? Ух, ё. Ну все, ребята. Ловите. Чувак. Сдохни. Все, всех. Так, аптечка. Мне бы боеприпасов.
Здесь ничего не завалялось. О. Вот еще одна. Это для чего? Ладно. Тебе наша задача свалить отсюда. Чувствую, что это будет очень веселым. Так, что-то у нас тут происходит. Да ладно. Высуни свою крышку. Так. Пробежка. Так, надо сваливать отсюда. Валим, девочки. There's our target. Travis, а? Чё мычишь-то? General Clark sent me and my men up here to mark those 88s for destruction. He's got Warhawks ready and waiting to do a flyby. You airborne guys sure know how to fight. Care to join us? Fire in the hole! I guarantee you, it'll be a blast. Да ладно. Let's move out! Ну чё, погнали. Ух, ё. Ёбарный бабай. И мне в ответ еще он пролетает. Троих. Красота, да и только. Почему всегда мне? Здесь аптечек-то нет поблизости. Почему всегда моя жопа встречает снаряды?
Да ладно, всех что ли? А, теперь у меня кортик же есть. Высосу кроп. Крышку своего консерва вылью. Гранат нету. Ура, гранаты! Ну, хоть кого-нибудь подбило. Ух ты же, бабушка. Троих. Ну все. Началась радость, блин. Ни патронов, ничего. Я хоть один какой-нибудь ствол подобрать бы. Со снайперки с не постреляешь. Хотя... Суть тому, что вариантов нету, придется с нее и стрелять. Хотя... Блин, ни одного боеприпаса. Ладно. Ё-моё. Блин, даже не дали пальнуть. Да блин. Да, точность, конечно, этого пистолета. Чё, ни одного, что ли? Так. Ладно, будем с винтовки.
Какое веселье стрелять. Когда у тебя ни хрена патронов нету. Так. Так. А здесь что, нету ничего? Это вообще жесть какая-то. Без прицеливания хрен попадешь вообще. Нахрена мне вот интересно вот эти аптечки, когда у меня патронов нету. О, неужели? А вот наша авиация. Бомби не хочу. Пофигу, что какие-то там древние постройки. Хрен с ним. Все разнесем. Airborne troops assembled and were en route within 45 minutes. Landed on enemy staging area. Dismantled fuel depot and combo center, liquidated material, and assisted in the destruction of enemy long-range artillery. Operation deemed a success. Rome is within reach. Жесток, конечно. Патронов не хватает, учитывая, что винтовки такие тормознутые и косые, это вообще жесть. Фу. На этом, я думаю, закончим. У нас прошли вторую миссию Виланж, следующая будет Нептун. Ставим лайки, подписывайся на мой канал. Всем удачи и пока!